В настоящее время мы получаем бесчисленные сообщения о неопознанном враждебном организме, который будет называться альтернативами. И до тех пор, пока у нас не будет полного понимания угрозы, важно оставаться дома, запирать все двери и окна и иметь доступ к заряженному огнестрельному оружию или любому дальнобойному оружию в любое время. Вы можете узнать альтернативы исключительно на основе их физических характеристик. Если вы увидите другого человека, похожего на вас, убегайте и прячьтесь. Если вы увидите человека, обладающего биологически невозможной характеристикой, убегайте и прячьтесь. Если кому-то из них удастся проникнуть в ваш дом, воздержитесь от любого общения или контакта с угрозой. Эти разумные формы жизни используют ведение борьбы психологически, чтобы воспользоваться преимуществами своих жертв. Хотя мы категорически не одобряем любые формы контакта или общения с альтернативом, мы делаем исключение для попыток расстрелять их самостоятельно. Да, Цезар, надеюсь, еще не слишком поздно. Нет, все в порядке, не волнуйся. Что случилось? Ты в порядке? Да, я по поводу мамы. Она потеряла сознание, и я понятия не имею, что с ней. Я уже на пути в больницу, но мог бы ты сделать мне одолжение? Да, разумеется. В чем дело? Мне просто нужно, чтобы ты приехал и проверил камеры, которые мы поставили. Ну, ты знаешь, те, которые мы установили после того, как нас ограбили. О, да. Не будешь возражать, если я спрошу, зачем? Ну, она громко закричала перед тем, как я нашел ее на полу. Я просто... А ты запер все двери и окна, как нам вели делать передачу? Да, это самая странная часть. Может быть, она увидела что-то, я не знаю. Хорошо. Я думаю, что это не должно быть слишком сложно. Я просто включу их и уйду оттуда. Хотя ты знаешь, как я отношусь к твоему дому. Да, это хорошо. И еще кое-что. Постарайся подобрать хорошее. Окей. Хорошо, мне пройти. Я уже почти в больнице. Спасибо тебе.
ты такой? Отвали от меня! Нет! Иди сюда, Марк. У меня для тебя подарок. У меня есть подарок. У меня есть сюрприз. Я не причутлив. Ты ёбаный ублюдок! В то время как на станции может возникнуть ситуация, когда у местных диспетчеров 911 не хватает операторов для обработки вызовов, они передаются нам вместо этого. Существует три, и только три варианта, которые вы будете обрабатывать с вызывающим абонентом. Когда звонящему нужна полиция, отправьте по указанному адресу доступный персонал. Когда у звонящего возникает чрезвычайная ситуация, связанная с пожаром, свяжитесь с нашим соседним пожарным отделом, указав адрес и краткое описание события. Когда у звонящего возникает неотложная медицинская помощь, немедленно свяжитесь с общественной больницей Мандела. Здесь, в полицейском департаменте округа Мандела, мы благодарим вас за просмотр этого руководства. Ничто не стоит риска. Ha 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 ha!
Ho 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 ho!